Здравствуйте. Уникальный шанс получить иностранное образование есть у технических работников и государственных служащих Южно-Казахстанской области. Об условиях участия в программе «Болашак» рассказывают представители региональной палаты предпринимателей. Они в этом году включены в состав независимой экспертной комиссии. Кого отправить за рубеж, решают работодатели, говорят специалисты. Могут участвовать в программе государственные служащие, как бы работники предприятий со стажем как бы более 2 лет. В прошлом году этот критерий был 1 год, как бы в этом году чуть-чуть ужесточили и поставили опыт работы не менее 2 лет. Сейчас сбор заявок на участие в программе производится с заявок предприятий, то есть руководитель, если он нацелен на развитие как бы предприятия, на развитие человеческого капитала, он подает заявку, допустим, что его сотрудник готов пройти стажировку или магистерскую программу в рамках программы «Болашак» и отработать у него на предприятии. Расходы на обучение, перелет и проживание покрываются программой. Единственное условие – по возвращении домой магистрант должен отработать у работодателя не менее 5 лет. Следует отметить, что шымкентские госслужащие проявили заинтересованность в повышении уровня знаний. В областном акимате на сегодняшний день работают 12 магистрантов, которые прошли обучение за рубежом. Сегодня есть возможности повышения квалификации всеми государственными служащими. Это и, значит, по программе главы нашего государства «Болашак», также Академии государственной службы, в различных учреждениях, значит, образовательных учреждениях в Европе и в Соединенных Штатах и за рубежом. Обучение по программе «Болашак» – это гарант успешного карьерного роста и профессиональной самореализации. Именно поэтому желающих отправиться за рубеж немало. В 2015 году стипендия присуждена 375 претендентам. Из них 80 претендентов прошли по направлению прохождения стажировки. В этом году прием заявок будет осуществляться до сентября 2016 года.